Привет! Сегодня мы с вами будем снимать видео в котельной, потому что все везде дети кричат, ничего не слышно. Поэтому мы будем сегодня здесь. Сегодня мы будем с вами делать разрыхлитель. Для этого нам понадобится с вами мука, лимонная кислота, сода и баночка, и чайная ложка. Для того, чтобы сделать разрыхлитель, нам нужно 12 без горки чайных ложек муки отправить в баночку. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ложечек муки. Дальше мы берем 6 ложек соды. Тоже без горки. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 3 чайных ложки лимонной кислоты, тоже без горки. 1, 2 и 3. Отправляем сюда. Все, мы можем это немножко перемешать вот так вот ложечкой. И потом мы просто закрываем. И все это вот так вот хорошенечко мы его перемешаем в нашей баночке. И все, наш разрыхлитель готов. Можно печь наши любимые пироги, выпечку. Пользуйтесь лайфхаком, потому что у меня, как оказалось, я сейчас в Харьковской области, у нас война в Харькове, и нет нигде разрыхлителя. Но есть все необходимые ингредиенты, чтобы сделать это самим.